Всем привет! Не так давно я познакомился с компанией UMIDIGI, протестировав их телефон UMIDIGI F1. И после 30-дневного использования я был очень доволен этим гаджетом. И мне было сразу понятно, что это прямой конкурент телефонам от Xiaomi. Если кто не знает, компания UMIDIGI – это китайский производитель не только телефонов, но и умных гаджетов. За последние полгода компания UMIDIGI выпустила умные часы U-Watch и наушники с шейным ремешком U-Beats, а также очень достойный телефон A5 Pro, который стал популярен по всему миру. Компания выпускает хорошие технологичные продукты по очень привлекательной цене. На днях мне пришли часики U-Watch 2, и сейчас я занимаюсь их тестом. И скоро на канале появится ролик про эти часики. И вот уже скоро UMIDIGI представит нового короля соотношения цены и качества с отпечатком пальцев на экране. А это есть только у топовых смартфонов и 48-мегапиксельной камерой. И название у новой модели будет UMIDIGI X. Ожидается, что UMIDIGI X станет самым доступным смартфоном с сенсором отпечатка пальцев последнего поколения и тройной 48-мегапиксельной AI-камерой. Защитная наклейка на UMIDIGI X показывает, что внутри экранный датчик отпечатка пальцев представлен с 6,35-дюймовым AMOLED-дисплеем. Это первый смартфон компании UMIDIGI, который получит эти две флагманские функции высшего класса. Говоря о камере, UMIDIGI X будет иметь тройную 48-мегапиксельную AI-камеру, а также ультраширокоугольный объектив. Это будет в первый раз, когда UMIDIGI делает акцент на функцию AI для камеры своих телефонов. AI означает искусственный интеллект. Согласно текущему флагману компании S3 Pro, который получил новые функции камеры, такие как суперночной режим и обнаружение сцен AI в недавнем обновлении программного обеспечения, UMIDIGI X также получит эти высококачественные функции AI, что говорит о том, что UMIDIGI делает не только аппаратное обеспечение флагманского уровня, но и больше фокусируется на оптимизации программного обеспечения, особенно для камеры. Защитная пленка телефона также раскрывает, что UMIDIGI X будет иметь большую батарею 4150 мАч, поддерживающую быструю зарядку 18 Вт, которая может быстро заряжать устройство. Он также оснащен многофункциональным NFC с поддержкой Google Pay. С учетом этих особенностей UMIDIGI X примерно 7,9 мм толщиной. Другие детали, включая цену, разрешение селфи-камеры и хранение данных, будут опубликованы после его официального запуска. Начало продаж смартфона UMIDIGI X и UPods назначено на 26 августа. С 26 по 31 августа при покупке смартфона покупатель получает беспроводные наушники. Акция действует на первые 1000 заказов. А на первые 10 тысяч заказов цена наушников будет только 9,99. Успейте! UMIDIGI X будет выпущен по самой бюджетной цене и станет самым доступным смартфоном с отпечатком пальцев на экране и тройной 48-мегапиксельной AI-камерой. И если вы хотите быть первым, кто получит предстоящий UMIDIGI X, то компания UMIDIGI сейчас дает вам шанс выиграть свой будущий смартфон. В связи с выходом новых устройств, таких как смартфон UMIDIGI X и беспроводные наушники UPods, компания запускает глобальный конкурс, в котором будет 20 победителей. Каждый победитель получит один смартфон и пару беспроводных наушников. Условия конкурса очень простые и будут по ссылке в описании ниже этого видео. Там нужно подписаться на канал UMIDIGI в YouTube, в Твиттере и тому подобное. А также нужно обязательно положить себе в корзину на AliExpress UMIDIGI X и наушники UPods. Ссылки на них есть в описании под видео. Переходите и участвуйте, победителей будет аж целых 20, так что у вас есть шанс как никогда больше. Всем удачи, всем пока!